Как я исполнила свою маленькую мечту. В прошлых выходных мы с парнем отправились в очень уютное антикафе. Как вы могли заметить, это место, где живут много классных котиков. Там маленький рай для тех, кто любит животных, где есть возможность погладить, поиграться и пообщаться с этими маленькими ушастиками. И не зря говорят, что коты лечат души. После получения таких положительных эмоций мы отправились в азиатское кафе «Фубо», покушать и завершить этот идеальный день вкусной едой. Мой выбор пал на японский рамен, а мой парень заказал азиатскую лапшу с морепродуктами. Я очень люблю выходные именно за такую возможность провести время с любимым человеком, открыть для себя новые места и попробовать что-то новое. Это очень заряжает положительными эмоциями на всю следующую неделю.